Продолжаем наше замечательное мероприятие по очищению нашей природы и по объединению людей. Так что в эту субботу в 12 часов на этом прекрасном, чудесном месте опять будем собираться. Немножко приберем мусора, устроим музыку, оздоровительные зарядки. У кого есть желание дать какие-то оздоровительные техники, практики, показать себя с лучшей стороны, приходите. И давайте мир сделаем вместе лучше. Так что в эту субботу в 12 всех ждем, приносите чай, приносите с собой что-то вкусное. Будем благословлять пищу, чтобы она стала нам в лекарство. И да пребудет с нами свет и радость, как в прошлый раз, когда тучи над нами разошлись, и солнце дало нам возможность собраться и наполниться жизненной силой для того, чтобы дальше делать различные дела, чтобы наша Родина была спасена. Так что всех неединомышленников, всех людей совестливых к себе ждем, наполним, оздоровим и счастьем наделим. Всех благ!